Ребят, ну вот мы сегодня разобрали переднюю дверь на Toyota Alphard и увидели вот такую вот фишку. Это для управления электростеклоподъемником. То есть вот идет электростеклоподъемники, вот сюда еще подходит от электростеклоподъемники 5 проводов. И вот еще заходит сюда 2 провода. Вот они, 2 провода. То есть они тут, выводы есть. Вот они. Вот они. Вот один, вот второй вывод. То есть это здесь, соответственно, ничего не выходит. Фишки нет. Сейчас стали разбираться, что это такое. Это идет подогрев зеркал. У меня подогрева зеркал нету. То есть как мы проверили? То есть вот тестер. Вот видите, по нулям вольтаж. Здесь вот мы сейчас на вот эти 2 контакта по нулям. То есть ничего не показывает. Но если мы включим обогрев заднего стекла, вот мы включили обогрев заднего стекла, так, снимай, пожалуйста, показания и проверяем. То есть вот у нас идет питание на вот эти 2 контакта. То есть у нас есть уже выводы под обогрев. То есть можно себе заказать обогрев зеркал и подсоединить. То есть выводы есть. То есть вот я подсоединил. Покажу еще раз. То есть вот я подсоединяю. И на показания амперметра тестера. Вот, пожалуйста, вот питание есть. Это не на заведенной машине 11 вольт. На заведенном мы сейчас смотрели там 12,8, 12,6. То есть, пожалуйста, вот у нас есть. И приведи сюда. Вот, то есть вот мы отключаем. И сейчас сразу покажу еще раз. То, что вот. Вот, проверяем контакты. Питания нету. То есть все по нулям. То есть, в принципе, можно заказать себе обогрев зеркал. И есть куда подсоединиться. То есть не надо ничего выдумывать. То есть вот у вас идут 2 провода. Уже сразу идет вся фишки, все идет. Все, если есть, то умельцы, пожалуйста, делайте. Я себе попозже такую приблуду сделаю.